звали її. Папа, ти видів? Не сміялись надо мною. Ну что ты, малышка? Просто они смотрели на новую, восходящую звезду. Сегодня вас ждет необычайное представление. Сегодня для вас будет петь простая девушка с улицы. Она живет, как воробушек. Она поет, как воробушек. Ее голос так же чист, как ее карман. Но искренне, великолепная улыбка помогут вам быть великодушными, ведь это ее первое выступление со сцены. Итак, прошу вас, встречайте, малютка Пиаф! Son nom est un artiste, c'est un rêve de petit gars, un acadéniste, qui sait jouer. Она и будет у нас носом. Самым главным подарком в этой жизни Эдит считала любовь. Любовь, которая поднимала ее на невиданную высоту. Скажи, что это ты говоришь.